«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем снова привет, с вами снова «Дезертир», и мы продолжаем разговор. Как вы помните, в прошлый раз я попытался казнить призрака, но у меня это не получилось. Надеюсь, получится в этот раз. Итак, укрыться и переместиться. Демон, как всегда, там. Теперь мы знаем, что мы можем его, в принципе, казнить. Аккуратненько выйдем. А еще я понял то, что у меня вдруг решил включиться виброрежим на геймпаде. Что меня просто не радует. Итак, мы казнили демона. Так, стоп. Стоп. Мы ищем бойлеры. Нам нужен четвертый этаж. Сейчас мы поднимаемся на третий этаж. Казнили одного просто и легко. И казним другого. Все, демоны нам теперь не страшные. Я думал, знаете, что это будет как-то страшнее, что ли. Что-то здесь можно собрать. Лилиан и Лилиан. Окей. Когда Райан говорил о Лилиан, я... не могу понять, кого он имеет в виду. Свою мать или пушку? Положение осложняется тем, что пушку ему подарила мать, а он назвал оружие в ее честь. В нормальных семьях так не бывает. Я не понял, что я сейчас прочитал, но, наверное, что-то... Окей. Стоп. Тут только что была призрак. О, с полтергейстили. Теперь я понял, мы можем включать-выключать телевизор. И, видимо, не только. Подробности пока неизвестны, но весь город находится во власти. Это ты! Прямой ты прославился! Ты в челике! Да мне параллельно. Жестокое убийство повергло местных жителей. Странно, он никак не отреагировал, не сказал там, мол, чувак, ну я ж смотрел. Так. Самый худший в жизни день рождения. Ты о чем? Пиво есть, телек тоже, чего еще надо? Не знаю. Может, веселье? Ну, можно съездить в Бостон. В Бостон? Ну, да. Это неплохая мысль. А что? Вполне себе. Как мы все это, по-твоему, провернем? Мы что, поедем на твоей машине? Вот в этом и дело. Нужно везти машину, там, парковаться, за бензин платить. Много мороки. Даже чересчур. Да и цены на бензин, опять же. Они здорово взлетели. А тут мы не тратимся. Да, ты прав. Все равно от дня рождения осталось несколько часов. И опять наступят будни. Так, вселиться, посмотрим, о чем он думает. Это же моя вечеринка. Почему я должен сам все делать? Ну, логично, кстати.
А я бы с удовольствием просто кино посмотрел. Вселиться? Зачем нужны вечеринки, если их нужно планировать? Это уже какая-то работа. И почему только дома не бывает никаких приключений? Так, и наконец-то мы обнаружили еще одну часть. И осталось всего три. Три части. Осталось обнаружить. Так. Я заходил сюда до этого, но... возможно, я что-то здесь не посмотрел, поэтому давайте просто... я буду полностью изучать мир, поэтому... кому не нравится, ребят... круто. Удар током или вскрытие вен? Зачем нужно было это делать? Так что это было? Ток или вскрытые вены? Бритва. Голоса сказали, будет бритва. А эта музыка... я должен был просто ее слушать, пока кровь не вытечет. Так радиоприемник — это случайность? Я сделал надрез. От теплой воды кожа стала такой мягкой. Но я не смог. Приемник свалился с края, когда я вылезал. Я не хотел умирать. Меня хотели убить голоса в голове. Ну, не грусти, парень. Жесть. Приемник и бритва. Шш, слышишь? Это тишина. Да, я слышу это. Ладно, посмотрим, что здесь интересного есть. Он ни о чем не думает, это неинтересно. И она, кстати, тоже. Даже обидно как-то. О! Так, а здесь мы... да, здесь мы попадаем к этим ребятам. Все, идем на четвертый этаж. Так, кстати, бойлерки здесь нету. Значит, просто идем на четвертый этаж. Так, народ, к месту преступления не подходим. Что здесь произошло? Как раз это мы сейчас выясняем. Парня выкинули из окна. Идет следствие. Выкинули из окна? А кто? Сказано же, идет следствие. А в доме не опасно? Да, они опасны. Так. Нет. Но почему я не могу придумать интересный вопрос? Что здесь его нет? Так, Морган. Все? Люди волнуются, нет ли тут убийцы. Это нормально. Мэм, полиция Салема во всем разберется. Не волнуйтесь. Но подозреваемый не арестован. Откуда вы знаете, что его здесь нет? Да, откуда знаешь? На самом деле, они ни в чем не уверены. Можно я пару дней поживу у тебя? Я знаю, вы все очень встревожены. Но прошу, расходитесь, не мешайте работе. Окей. Почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие вопросы задает. Интересно, кто из них Джилл? Не хочу сейчас одна выходить на улицу. Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Боже, почему они все скрывают? Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Так, надо вселиться в копа. Это не вечеринка. Это расследование убийства. И чего всех интересуют жуткие подробности? Следующий. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Скотт хоть немного расслабится. Так, хорошо. В нашем случае надо пойти посмотреть, что... Эй, Бройлс, видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Усек? Пропавшая девочка. Так, Бакстер спрашивал про одного из пропавших жильцов.
Черт. Эта пушка мамин подарок. Зачем убийца вообще сюда явился? Что я упустил? Так, ну, во-первых... О, можно здесь кое-что обнаружить. И... Что-то здесь странное. Ладно, давайте попробуем выйти. Да, забыл, что... Можно только вот так вот. Вот здесь еще бойлерка стоит. Еще одна. Собрать. Необходимо еще две. Блин, где их достану, эти две? Так, а здесь больше комнат нету, да? Да, походу, здесь больше комнат нету. Оу. То есть мы иногда видим призраков? Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Но это вот только одна мысль в голове. Так, осмотреть детально. Внимание, это самая Кассандра Фостер, которая иногда составляла психологические портреты преступников. Запрос данных на пропавшего. Фостер Кассандра. Одна из пропавших Кассандра Фостер, медиум, консультировала сотрудников полиции. Это интересно. Так, собрать. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семье. Если бы только я могла уберечь Джой, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Так, безопасность Джой, вот что больше всего забоит твою мать. Угу. Разбито. Окно, из которого меня выбросил убийца. Ну, как бы логично. Такая это еще что? Моя последняя драка. Так, здорово он меня швырнул, силы ему не занимать. Что здесь еще интересного есть? О. Так, кстати, мне потом надо найти, где здесь бойлер. Последние две штучки. Вы способны обнаруживать ментальные следы. Анализировать. Уверенная, прячется, вмешаться, наблюдает, сражается. Спокойная, напуганная. Мне кажется, она прячется. Напугана. Наблюдает. Свидетельница видела, как я дрался с убийцей. Что она заметила? Ой, даже... Даже все правильно ответил, что она здесь делала. Так, это интересно. Мы можем наблюдать за ментальными, так сказать, следами. О, и вот еще один бойлер. Так, остался один. Ну, это плюс, что я могу сказать. Здесь большая квартирка здесь. Что-то еще интересное. Так, встреча с родителями Ронана. Как правило, именно жених или невеста волнуются перед встречей с родителями своего избранника, избранницы, но я хотела с ними познакомиться, а вот родители Ронана явно чувствовали некую неловкость. Его отец больше молчал, словно пытался скрыть свою грубость. На самом деле он милый, а Лилиан настоящий неграненный алмаз, такая добрая душа. Надеюсь, они понимают, как я их обожаю. Хм. Видимо, это записки нашей, так сказать, жены, или я что-то не понимаю, но окей. Мы можем обнаружить еще один след, ну, кстати, давайте изучим пистолетик. Моя верная пушка. Итак, подарок мамы, у меня было две пушки, а я не справился с одним убийцем, вот черт. Да, это еще проблема, две пушки, один убийца, и мы не справились с этим. Изучить следы борьбы. Так, моя встреча с убийцей обернулась фатальной схваткой. Фатальной, видимо, для меня. Ну, логично, в принципе. Итак, анализировать. Ух,
ходит, ищет, целеустремленный. Нет, стоп. Знаете, давайте мы обернемся, наверное... Что делает убийца? Ищет... Целеустремлен. Итак, убийца в поисках. Звонарь что-то искал или кого-то. Что же он хотел найти? 16. Офигеть, это столько. Все лица. Ой, что же я все время на эскип-то по привычке. Зачем сюда приходил убийца? Черт. Я что-то еще могу найти, видимо. Но почему-то что-то еще я пока не нахожу. Ладно, попробуем. Убийца в поисках. Запрос дан на пропавшего. Свидетели в бегах, убийца в поисках. Вернулся. Ты арестован. Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Куда делась девочка? Так, раскрыть преступление. Некоторые расследования требуют ответов на множество вопросов. Возможно, убийца искал эту девочку. Влияние, чтобы... Так, пропавшая девочка. Запрос данных на пропавшего. Вероятная цель. Свидетель в бегах. Черт. Покинуть тело. Выйти. Сначала нужно закончить расследование здесь. Ага. Он оно что значит? Так, расследование здесь. Да, здесь бесполезно, надо именно мужика спрашивать у того. Опять же возникает вопрос, что мне тут еще куча. Еще вещей надо, так сказать, найти. Так, что подтолкнет его вытащить фото из-под папки? Я даже не знаю. Черт. Свидетель, убийца.
Чтобы... Слушайте, вообще что-то непонятно тогда, что его подтолкнет. Фото из-под папки, фото из-под папки. Пропавшая девочка. Тоже нет? Да ты издеваешься. Влияние. Подарок мамы? Видимо, у меня действительно нету ответов на вопросы. Но, блин, где мне их найти? Конечно, вопрос. При том, что я не могу выйти, пока не завершу. О, изучить. Сверхъестественное. Книга о призраках и других мирах. Возможно, я не так понял, как искать. Потому что, походу, можно просто пройти случайно мимо чего-то и найти вещь, с которой можно взаимодействовать. Надо более аккуратно осматривать все это дело. Изучить. Кстати, скрыто. Так, это, похоже, свидетельница. Что тут еще важного? Вот видите, даже, оказывается, не заметил, что само по себе свидетельство важное. Так. Загадочные фото. Фото требуется Рексу для розыска. Фото потребуется Рексу для розыска. Ну вот видишь, мог бы сразу просто мне взять и показать. Так, еще одно фото свидетельницы. Интересно, где оно сделано. Коснуться. Вы способны чувствовать ментальную энергию некоторых объектов. Резкий звук обозначает концентрацию такой энергии. Так, священник. Девочка. Фотография девочки сделана ею самой в этой квартире. Мать. Фотографии девочки и женщины, скорее всего, родственницы. Что это за звук? Фотографии девочки и священника на фоне местной церкви. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая, церковь должна помогать. Ну вот, церковь. Свидетельство находится в церкви неподалеку. Вызов видения. А, то есть можно даже еще видение вызывать. Так куда, значит? Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Выполнено выйти на след убийцы. Ага. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь. Так, выйти из квартиры. Найти свидетельницу. Это свидетельница моя единственная зацепка. Я должен найти, думаю, она в той церкви. Начать расследование. Собственно говоря, ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я. И всем удачи, приятных снов. И всего такого. Ну а вам пока-пока.